следственным отделом по городу Конаково регионального следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту обнаружения возле одного из зданий поселка городского типа Новозавидовский Конаковского района тела мужчины 82-го года рождения с признаками насильственной смерти. По версии следствия, ночью 9 декабря двое рабочих находились в жилом помещении строящегося здания, где распивали алкоголь. В ходе возникшего конфликта один из рабочих нанес другому несколько ударов ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, тело погибшего подозреваемый перетащил к подсобке и спрятал его под бревнами, а сам скрылся. Благодаря слаженной работе следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников отдела полиции, подозреваемый 60-летний ранее судимый мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.